Якось приїхав син студент в рідне село на канікули. Ну, раніше поїзда ходили рідко, довго і приїжджали додому не часто, там раз в півроку, іноді і реже. Ну, батьки обрадували синочку. Пішов батько, зарізав два селезня, мати обпатрала, засмажили цих селезнів, поставили на стіл селезнів, там картошечку, там огурчики, все таке. По 100 грам батька налив. Ну, випили, понятно. Зав'язався розговор у батька з сином. Ну і спрашує батько, каже: ну, синок, от скажи, от ти учишся, чого вас там навчили в цьому інституті? Синок так подумав, думає, як же розказати батьку, що вони там учаться? Каже: ну от, батько, дивись. Взяв листочок, ручку, каже: я зараз, хочеш, тобі докажу, що от тут у нас на столі стоїть не дві смажені вудки, а три. Ну, батько каже: ну, хорошо. Тобто раз, писав. В общем, таку шпаргалку написав. Каже: от дивись, батько, бач, я доказав, що от тут три утки. Батько репу почесав. Каже: ну, що ж, синок, тоді зробимо так. Одна утка матері, а друга мені, а третя тобі вже. Так і бить. Ну, от така історія. Вітаю, панове. До чого я цю історію розказав, ви побачите в кінці відео на минутці демагогії. Сьогодні ж я хочу повернутися к анонсованій ошибки, которую я у себя обнаружил в тепловом насосе. Не знаю, насколько имело смысл снимать отдельное видео, но имея описание этой ошибки плюс минутку демагогии, вы получите, надеюсь, удовольствие. Смотрим. В общем, ошибся я. Это у меня испаритель, это конденсатор. Я посчитал, что если на испарителе приходит 3 киловатта, добавляется 1 киловатт от компрессора тепла, на выходе должно быть 4. То есть испаритель должен быть, посчитал, что испаритель должен быть меньше, чем конденсатор. Ну и, соответственно, запаял. Оказывается, не тут-то было. На самом деле конденсатор должен быть меньше, а испаритель должен быть больше. Немножко иначе работает. Дело в том, что здесь жидкость заполняет испаритель, и происходит кипение. То есть, ну, во-первых, сам столб жидкости мешает отрываться пузырьками, кипеть, ну, кипеть самому фреону. Во-вторых, у нас перепад температур, который нужно взять. То есть нам нужно брать тепло с минимальными потерями. То есть кипение должно быть максимально быть приближено к температура кипения должна быть максимально быть приближена к температуре теплоносителя, с которого снимаем тепло. Ну, для наибольшего копа. Поэтому испаритель должен быть как можно больше. Для конденсатора настолько, это не настолько критично. Здесь все-таки высокая температура. В любом случае есть некоторый перегрев, который там здесь-то он может исчисляться 2-3 градуса, а здесь он может быть значительно побольше, там 15-20 градусов. Поэтому конденсатор, как правило, делают меньше, чем испаритель. Сейчас буду менять их местами.
Вот картинка после замены теплообменников. Вернее, после того, как я поменял местами теплообменник конденсатора и испарителя. То есть картинка стала заметно лучше. То есть, если видите, выход минус 2,81 и фреон идет 5,89. Перепад всего лишь 3 градуса. Ну, это перегрев, вернее, переохлаждение. Но заметно лучше. В планах это, скорее всего, на следующий сезон. Увеличение теплообменников раза в полтора, как минимум. И одного, и второго. Чтобы можно было использовать потенциал компрессора на полную мощность. Его можно крутить где-то до 90 Гц. 90 Гц это, ну, еще плюс 25%. Поэтому хотелось бы увеличить теплообменники. Думаю, что это следующий этап. Вернее, не следующий этап, это этап на следующий сезон. Теперь нам нужно будет разобраться с геоконтуром. Это отдельная тема. Вернее, тема отдельной серии. Думаю, продолжение следует. В той истории, о которой, которую я рассказал в начале видео, есть как минимум два подтекста. Первый подтекст, который говорит о том, что вот большинство вещей, которые слишком заумны, они ошибочны. Второй подтекст говорит о том, что нужно быть проще. И если ты приехал в село, то нужно разговаривать на том языке, на котором говорят в селе. И использовать те знания, те понятия, которые в этом селе циркулируют. Те профессионалы, которые случайным образом зашли ко мне на канал, им, скорее всего, интересно только тот результат, который я получил в результате эксплуатации этого теплового насоса. А как это все работает, они и так знают. И я не вижу смысла рассказывать сложно. Сложно уже и так написано в книгах. И есть обучающее видео, которое все это рассказывает правильно. Со словами там умными разными. Изотермический подвижной состав. Цикл Карно, адиабата, изохора, изобара. В общем, таких слов там много. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание на ситуацию, которая произошла с ценой на газ в конце 2021 года. Понятно, что там очень много спекулятивной составляющей, но даже если бы этой составляющей не было, то цены на газ должны были вырасти. Потому что, с одной стороны, идет массовый отказ таких крупных игроков, как Европа, Китай, Америка, от ископаемого угля. И, естественно, сейчас чем его заменять? Газом. То есть, это с одной стороны. С другой стороны, есть некоторое восстановление экономики после ковид-гейта. Поэтому цена на газ, вот она сейчас растет и дальше будет расти, потому что, ну, в любом случае, вот добыча есть какая-то, ее поднять достаточно сложно в короткой перспективе. Даже если использовать тот же сланцевый газ, тем более, что он все больше и больше его будет нужно, потому что экономика там потребляет, как правило, со временем газа больше. Ну, вернее, не газа, а энергоносителей. Поэтому газ будет дорожать. Я не знаю, на какой планке он остановится, но рано или поздно электричество будет, даже если считать
в киловатт-часах там теплотворность газа и теплотворность электричества, то они сравняются. А то и газ будет дороже, потому что в нем есть потребность. Не столько для генерации электричества, сколько там для химической промышленности, для других отраслей. То есть без него не обойтись. А электричество не сможет перешагнуть какую-то планку по цене, потому что как только электричество становится дороже какой-то планки, появляется возможность покупать уже зеленую энергию по ее себестоимости, а то и дороже. Ну, понятно, что там еще добавляется стоимость хранения этой электрической энергии, то есть в каких-то накопителях, в резервуарах, там в виде газа. Ну, вариантов достаточно много. И эти варианты не работают сейчас, потому что, например, дешевый газ или дешевый уголь. Так что, кто сейчас сидит на газу, готовьтесь. Цена будет расти. Поэтому, если у вас есть деньги, вкладывайте их в тепловой насос. Рано или поздно это станет выгодно. Главное, чтобы... Понятно, вы можете подождать, когда это станет дешевле. Но в тот момент может оказаться, что у вас денег нет. Поэтому есть деньги, вкладываем тепловой насос. В следующем видео вы увидите выводы по геотермальному тепловому насосу. И также я сделаю наметки плана, что я буду делать дальше. Подписываемся, лайкаем, комментируем. Не сильно злобно. Thank you.